Ну что, я закупилась. Ну, здесь мы сразу видим картошечка, как я люблю, крупненькая. Упаковка апельсинового сока. И дальше сейчас быстренько разложу и покажу вам. Пришли помощники, у нас почему-то этот корнфлекс рассыпались, пакет был почему-то порванный. Короче, ладно, это я показала. Взяла задание купаться вот такие бомбочки в ванну. Потом еще вот такие, как не знаю, что они будут делать, что-то будут делать. И вот такое вот окрашивание цвета в ванне. А, эти тоже окрашивают запахи там. Взяла снова пюрешечки фруктовые, бананы. Куда же без лапши быстрого приготовления? У меня все ее любят, даже Даня. Вот такие кокосовые печеньки. Я очень люблю всякие разные семечки, орехи. Вот взяла такие печеньки с семечками. Так, сметана. Вафли с шоколадом, булочки с шоколадом, простые вафли. А где соус? Не знаю, ищи. Еще лапша быстрого приготовления с разными тут вкусами. Взяла все-таки попробовать с дыней зефир. Конфетки вафельные, вот такие вот, ну, тут разные, светлые, темные. Взяла снова вот эти конфетки. Помните, я вам их показывала, очень вкусные. Что? Нету. А что ты ищешь? Пошел. Не знаю. Два творога, вот такие вот булочки очень вкусные, халва, хурма, грибочки. Взяла вот такой вот, не помню, как называется, но с мясом. Сейчас, кстати, духовку уже вот я просила разогреть, сейчас мы вот это туда засунем и покушаем. Держи, засунь туда в духовку. Крабовые палочки, вареники сладкие с творогом, пельмени. Взяла вот такие вот ребра копченые свинины. 6,87 за килограмм. Здесь чуть больше килограмма. Картошечку потушить там будет. Вот так вот это выглядит. Сейчас в духовочку будет вкусненько. Снова взяла сыр этот копченый. Не могу я без него жить. Подсела конкретно. Не помню, грибы показала, нет. Груша, майонез, подсолнечное масло, сливки, хлеб, лимон, шпецле. Это как с теста лапша, не знаю, как правильно их назвать. Картошка фри. Глазурь, вот это вот очень хорошая глазурь для тортов, орешки грецкие, сливочный сыр, колбаски, масло, ау, собирай, собирай, умничка, масло сливочное, куриная колбаска, сыр гауда, вот такой вот кусочек, для Дани туалетная бумага важная, твой, да, ананас, кукуруза, взяла вот такой вот чай. Хочу попробовать, мне кажется, он будет очень вкусный запаривать. И взяла черный чай с бергамотом тоже запаривать. Опса, еще лаваши, салат, влажные салфетки, без них никуда. Памперсы для Дани, комплекс, которые рассыпались. Здесь всякие багеты с чесноком, в общем, с разные. Паштет куриный, вот такой вот салатик немецкий. Это единственный немецкий салатик, который я кушаю с удовольствием с колбаской. Куриная грудка, буттермилч, что-то типа кефира, никогда не знаю, как он называется. Вот такие вот для торта эти, господи, морковочки из шоколада. Молодцы, собрали, умнички. Для торта, так как будет же у нас год кролика, огурчики для Баси, вкусняшки, порошок этот персил и огурчик еще показал. Зая, посмотри, что мама купила для Дани. Это мой. Да, посмотри. Ой, да, твои шарики купаться. Что, будем сейчас ужинать. Пожарили вот этот рулет с мясом. Здесь у нас зефирка с вафельками, с шоколадом. Чай заварили.
walk back to my cold apartment. Distance sucks, but at least I'm still with you. White out skies, middle November. You and I, flights to wherever. I don't mind, as long as it's with you. As long as it's with you. Всем привет! Это было больно. Бедная мама. Всем привет, ребята, добро пожаловать. У нас сегодня 31-е, это значит Новый год. Я сделала вот такой вот салатик тут с орешками, в общем, вы это все видели. И вот здесь у нас вот такой вот тортик с морковками, потому что будет год кролика. Все, выходим. Мы уже опаздываем, мы уже бежим. Я только что так больно ногтями чукнулась об стенку, так с вами поздороваться. Короче... Едем. Это? Тебе пиф-паф подарили. А это что? Наручники. Наручники? Да. Класс. Это просто пиф-паф? Да. Пиф-пиф. А тут что? Вкусняшки. It's like I can't walk on the ceiling. Oh yeah, got me dreaming. Dreaming in colors I never dreamed. Oh yeah, I let you in deeper than I let anyone else before. Fell in love with my broken pieces, took them all and made them yours. Didn't know what my heart be needed, skipping out.
Ну что, ребят, мы дома, как вы видите, уже привычная, в принципе, для всех обстановка. Итак, отметили мы Новый год хорошо очень, посидели, попели песни под гитару, постреляли фейерверки, в общем, все круто, все супер, вкусно покушали. Сегодня приехали домой, Даня уже искупался, вот я вам небольшой отрывок покажу. Купила для Дани вот такие бомбочки, 3 штуки, одну сейчас я вытащила, она у меня в другой руке. Сейчас будем пробовать. Давай. Сейчас будем, садись, держи, опускай ее в воду. Ну-ка. Не. Да? А, подождите, она в пленке. Да. А пленка не будет растворяться? Давай ему в ручки. Опускай ее в водичку. Опа. Вау, что она делает? Ну-ка, бери ее в ручки. Бери ее. Вау, что она делает? Ого. И водичка у тебя зеленая. Там, кстати, написано, что они должны быть разного цвета. А, вот, одна... Почему тут написано голубая, розовая и желтая? Ну, это, наверное, что, желтая? Похоже, больше на зеленая, конечно. Ладно. Он уже давно спит. Время сейчас уже 15 минут первого. Я не знаю почему, но я вообще ни капли не уставшая. Хотя я понимаю, что нужно ложиться спать, то что завтра последний выходной, в понедельник. И с 3 числа уже начинается школа, начинаются садики, термины. В общем... Начинается беспраздничная жизнь, так сказать, без подарочков, без всяких этих хлопот, но хлопоты будут теперь уже другие. В общем, что я вам тут зубы заговариваю, буду я с вами уже прощаться. И да, увидимся с вами в следующем влоге. И всем спасибо, кстати, я вижу, что много кто подписался, я этому очень рада. Всем вам добро пожаловать, надеюсь, вы останетесь и вам здесь понравится. Ну и все, всем пока-пока.